Коллекция G&K весна 2020. Артикул S702/1. Жилет для мальчика. Жилет O-образного силуэта. Выполнен из курточной ткани с лаковым блеском. Ткань устойчива к истиранию, имеет высокие износостойкие свойства и высокие водоотталкивающие свойства благодаря обработке водоотталкивающими пропитками. За ней легко ухаживать, можно стирать в стиральной машинке. В качестве декора используется, во-первых, сама ткань. Лаковый блеск придает гламурности модели и стильности. Спереди есть нашивка, которая состоит из различных материалов. Здесь и эко-кожа, и пластик, и она смотрится очень стильно. Цветовое решение повторяется на центральной застежке молнии и делается такой некий акцент. Центральная застежка молнии открывается и закрывается абсолютно без усилий. Она прорезиненная, не позволяет влаге попадать внутрь изделия. Также, чтобы ребенок не замерз, внутрь изделия не позволяет попадать холодный воздух, внутренний ветрозащитная планка. Воротник стойка, капюшон регулируется по посадке благодаря резинке со стопорами. По бокам есть карманы, внутри подклада контрастная из 100% хлопка, который создает идеальный микроклимат внутри изделия. Стеган весь жилет горизонтальными переборками. Наполнитель синтетический лебяжий пух, подходит для весны и осени. И представлен в двух цветовых решениях.